На площадке у Ледового дворца спорта в Кургане собралось около 2500 человек для того, чтобы увидеть начало второго традиционного турнира по хоккею памяти нашего земляка, бывшего руководителя одного из крупнейших предприятий Зауралья, завода «Курганстальмост» Николая Васильевича Парышева. Первого вбрасывания шайбы предоставили губернатору Олегу Богомолову. Для нас он очень важен. Мы хотим посмотреть, как функциональная команда готова, чего новенького, кто у нас в команду пришел, что за ребята. Я думаю, для болельщиков это всегда интересно. Нам хотелось бы понимать, что у нас, какие задачи мы будем, исходя из этого, ставить перед командой на предстоящий хоккейный сезон. Помимо курганской команды в турнире принимают участие челябинский «Мечел», новосибирские «Сибирские снайперы» и барнаульский «Алтай». Первый игровой день Зауралье встретилось с «Мечелом». Выходом 1-1 счет открыл курганский хоккеист Андрей Пендер. А на 4-й минуте победный гол забил Асхат Рахматуллин. Счет 3-2. Зауралье выигрывает. Еще в одном матче открытия Алтай выиграл у сибирских снайперов 5-2. Турнир является последним этапом подготовительного периода к чемпионату России по хоккею высшей лиги. Завершатся матчи 28 августа. Михаил Алимов, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».